Значит, представляю вашему вниманию один из лучших фонарей в своем классе. Это LL527-1. Современный мощный фонарь, крайне универсальный, очень мощный, то есть дальность луча до километра. При этом фонарь, как я уже сказал, очень универсален, то есть он может работать просто как обычный карманный фонарь, может работать как велофонарь, притом очень удобный, и может работать с разными источниками питания. То есть он может работать и на батарейках, то есть у него два блока питания. Один блок – это блок батарей, три батарейки, 3А, то есть три мизинца. А также он может работать от аккумуляторов, от мощных аккумуляторов 18650. Значит, среднее время работы при полностью заряженном аккумуляторе где-то до 3-8 часов. Значит, в комплект у него входит два зарядных устройства. Это от обычной сети 220, либо от автомобильной сети, то есть от прикуривателя. У него универсальная зарядочка, аккумулятор вытаскивается из фонаря, ставится в зарядное устройство и подключается тот зарядник, который в данный момент удобен. Также в штатную комплектацию у него входит крепеж на велосипед. Мощный хороший зажим, то есть его можно, во-первых, устанавливать на руль или на, ну, на руль в основном ставят, это наиболее удобная просто вещь, а так в нескольких местах его можно поставить. Достоинство его основное — это то, что дает очень мощный луч дальний, либо фокус у него меняется, либо очень ближний, либо ближний свет, но очень яркий и очень широкий луч дает. То есть дает яркую освещенную поверхность, притом равномерно освещенную. При езде на велосипеде, например, это крайне удобно, потому что хорошо высвечиваются всевозможные там неровности, ямы и так далее. То есть нет игры вот этой светотеней. Когда в потемках едешь, то можно не заметить яму, если у тебя луч концентрированный и не освещает как бы равномерно. Фонарь как бы очень эргономично сделан, то есть хорошо сидит в руке, очень приятный на ощупь такой, современный дизайн, естественно. Корпус ударопрочный, водозащищенный. Сам корпус изготовлен из авиационного алюминия. Значит, у него включение, кнопочка сзади. Такая компоновка сделана для того, чтобы максимально уменьшить вот этот размер. То есть он считается одним из самых мощных карманных фонарей. Всего можно использовать и так. На мой взгляд, применение у него самое широкое. Это начиная от обычного бытового там фонаря и кончая, может решать достаточно специфические задачи. То есть это и для охотники, рыболовы, велосипедисты, в общем, кому нужен очень яркий, мощный свет. Значит, сейчас у нас начинается акция, которая продлится до Нового года. Это при покупке
вот этого сверхмощного фонаря в подарок предоставляется новиночка, это сигнализация на велосипеды. У нее тоже достаточно много применений, то есть помимо вело как бы сигнализации, она может применяться для, скажем, охраны, ну, например, детских колясок, там, детских велосипедов, для охраны, ну, вплоть до лодок. То есть она крепится на, ну, обычно это руль, и при попытке сдвинуть вашу охраняемую вещь включается очень мощная сирена 120 дБ. Сигнализация кодовая, то есть у нее набирается индивидуальный четырехзначный код и также снимается. То есть, набирая код, вы снимаете с охраны. На мой взгляд, очень достойная сигнализация для тех, кто хочет сохранить свои, как бы, вещи в неприкосновенности. Так что, покупая сейчас такой фонарь, вы приобретаете возможность в том числе и охранять какие-то свои вещи. Сама цена, сигнализация, цена ее, если не секрет. Цена сигнализации у нас на сайте 500 рублей. То есть это подарок где-то? Ну да, подарок такой, в общем, достаточно. 500 рублей? Да. Отлично. Что ж, тогда заходите на сайт alarmgadget.ru или Gadget Park, можете в поисковике поискать, в том числе на нашем канале Gadget Park. Еще раз, для того, чтобы успеть принять участие в акции, вы можете сделать заявку по адресу нашего сайта alarmgadget.ru. И вы получите сам фонарь 527, плюс еще в подарок у вас будет еще велосигнализация Bike Alarm OB072. Спасибо, на связи, всего доброго.